Объявлены 15 лауреатов Всероссийского конкурса «Учитель года России-2022». Они продолжат борьбу во втором туре. Сначала лауреаты проведут мастер-класс, на котором продемонстрируют профессиональные навыки. Затем на пресс-конференции ответят на вопросы учеников, родителей, представителей СМИ и профессиональной общественности. По итогам второго тура будут определены 5 призеров, которые отправятся в Москву и 3 октября примут участие в третьем туре заключительного этапа конкурса. На финальном испытании педагогический совет учителя обсудят с министром просвещения России Сергеем Кравцовым актуальные задачи современного образования и предложат свои идеи по его развитию. Имя победителя конкурса объявят 5 октября. Он получит главный приз – большого хрустального пеликана. Следить за ходом испытаний можно онлайн на сайте конкурса, на страничке проекта ВКонтакте и в эфире телеканала «Россия Культура». Ссылки найдешь в описании. Всероссийский конкурс «Учитель года России» проводится в 33-й раз. Ежегодно в проекте участвуют более 100 000 педагогов.